8 июля. Да, греется телефон. Вот халапеньо джимбо. Угал. Смотрите, какой перец обычный. Сколько тут их висит. Так посчитал, около 30 штук. Здесь вон тоже брат его, близнец. Это шоколадные хабанера. Слава богу, хоть начали как-то шевелиться. Все было глухо. Вот перец у нас. Бежевый лонг или желтый дьявол. Просто при посеве перепутал немножко. Хабанера Альберта. А вот оранжевый хабанера. Горшка на окне стоял, пересадил в теплицу, хоть что-то завязал, но пока он, бля, не очень, только-только как-то отошел, совсем недавно. А вот у нас красный хабанеро из горшка. Тут вот халапушка с Украины, Номикс. Тут второй куст, второгодничек. Ветку оторвал, но все равно она лишняя. Вот так. Что там творится? Он уже, по-моему, вяжет. Не ошибаюсь, что-то где-то у него видел перчики. Да, что-то завязалось. Красный лонг хабанера. Второгодник. Вот у нас второгодник. Посмотрим. Крапива. Надо все это дело высаживать отсюда. Вот тоже. Блин. Так вот растет, а толком ничего давать не хочет. Шоколадный лонг. Сейчас пока траву тут повыдергиваем и
Непонятно вообще, что растет, как растет. Тут вот тоже надо. Падает. Так вот надо его. О, потянулись. Красный лонг. Хабанера. Тут тоже шоколадный. Тоже непонятно. Чё, как он? Так же, как сорняк. Вышли из зарослей. Тоже он завязался. Неизвестный сорт. Это у нас тут болгарский. Желтый перчик. 15 штук уже тут. Больше даже 15. Около 20 штук на нем. Вот тоже второгодник. Начал вязаться потихоньку. Всем пока.